Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина, и я сегодня нахожусь в юге. И здесь новый завоз, и давайте посмотрим, что имеется сегодня. Ну, конечно, я приехала вечером, и, возможно, что-то уже разобрали, что-то унесли, увезли. Ну вот, что осталось, я вам сейчас покажу. Такая вот красота здесь стоит. Такой вот огромный ромас. Вот у меня нет такого фаленопсиса, но я постоянно на него смотрю и постоянно засматриваюсь. Думаю, надо все-таки такой приобрести в свою коллекцию. Вот еще какая красота тут стоит. Сейчас попробую вернуть, чтобы побольше цветов захватить. Так. Вот он, красавец. Очень красивое сочетание цветов. Вот этого темного, темно-бордовый и желтенький. И, кстати, вот такой здесь желтенький фаленопсис стоит. Я его отставила в стороночку. Вот. Свежий цветочек, который распустился, он совсем желтенький. Другие цветы уже немножко поблекли, но все равно они не потеряли свои прелести. Такая вот красотка. Поставлю ее в центр, чтобы его видно было. Кстати, очень красивый фаленопсис, хоть и привычной расцветки, но все равно он очень красивый. Вот он, красоту. Он не чисто белый с малиновой губой, а у него на лепестках имеются вот такие вот нежно, еле заметные такие вот полосочки, венозный рисуночек. Позади него еще один розовенький стоит. Еще один очаровательный розовый. Так, тут желтенькие. Вот она, красота желтенькая. На этом фаленопсисе немножко цветочки подвяли, но все равно посмотрите, какой он красивый. Так, он сюда отсвечивает. Очень красивый фаленопсис. Минички стоят с беленькими, желтенькими. Вот он хорошенький. Я вот на этот кустик смотрю, и я его иногда встречаю в продаже, и я все время хочу его купить. И вот сейчас у меня огромное желание его купить, и при том, что кустик очень хороший. У него даже корешочки растущие имеются, вот кончики видны растущие, и корневая хорошая, и шейка в порядке, и прям... И цвет мой любимый. Правда, она не совсем желтенькая. Я люблю желтый цвет. Она такая с зеленоватым оттенком, но все равно прелесть. Ну, там еще стоят беленькие. Ну, вот эти беленькие и розовенькие, они еще с прошлого завоза стоят. Вот эта красота уже отложена. Ой, посмотрите, какой хороший. О, какой хороший. Похож на тот фаленопсис, который я себе брала в прошлый раз. Но вместе с тем он совершенно другой. Очень красивый фаленопсис. Кстати, спасибо большое всем, кто подсказал мне название моего фаленопсиса, того желтенького. Он оказался... Это оказался Торино фирмы Антура. Вот он, красота, он еще один. Здесь и желтенькие стоят отложенные. Белая красотка стоит отложенная. Сейчас посмотрю, что есть на других стеллажах. Вот еще такая прелесть тут стоит. Очаровательный цветочек. Цветом похож на желтенькое запеченное яблочко в пироге. Ну, очень красивый цвет, такой вкусный цвет.
цветочек немножко повернут как-то вверх. Ну, вот этот цветочек, он ниже и расположен уже стандартно. Да, грунты обложены. Вот они, хорошки. Хорошки, красотки. Или субстракт? Полосатики. По 32. Это все отложенные. Сколько? Вот красота. Тоже необычная расцветка у фаленопсиса. Очень необычная и такая красивая. Розовенький что-то. Какой-то даже не пепельно-розовый, а такой немножко грязновато-розовый цвет. Но очень красивый. Дальше. Я поняла. Дальше. Сейчас пойду. Да. Ты не забудь, что ты А вот у этих фаленопсисов, у них цветочки сравнительно с другими стандартами небольшие. Это мультифлора, но у них очень красивая форма цветка. И нежное вот это сочетание розового с желтеньким. Очень красивое. Так, как мне его повернуть? Кустик так хочет повернуть, чтобы цветы показать. Но цветочки просто в разную сторону все смотрят. И поэтому я не могу поймать одну веточку, чтобы целиком смотрела в одну сторону. Звоним мы вам утром. Вам когда лучше? Утром. Вот он огромный. Просто огромный романс. Ну вот, вот по сравнению с романсом, насколько он огромный, и рядышком вот эта вот нежная мультифлорка стоит. А позади ромаса вот эта розово-желтая прелесть. Так, такие я вам, кажется, уже показала. Какой у него огромный бутон. Бутончик прям большой-большой. Ну, это с прошлого завоза стоит мукола. Пока я ее вижу одну, но может быть здесь еще где-нибудь стоит кустик на другом каком-нибудь стеллажике. А вот, кстати, вот это стоит все старый завоз здесь, но в прошлый раз мне очень понравился вот этот фаленопсис. Вот это вот красавец. И, видимо, вот вот это новые цветы распустились. Они с такой желтизной. А старый цветок, вот старые цветы, вот этот старенький цветочек, на нем желтизна проходит. И он становится с розовыми прожилками. А на цветочке, который еще старше, он уже приобретает такой общий розоватый фон. На нем и прожилочки немножко темнеют. Вернее, бледнеют. Вот такой вот еще красавец стоит интересный. У него и прожилки, и как будто бы мелкий-мелкий краб, что ли. Прям что-то с очень мелким распылением. А вот позади, кстати, вот эта вот красотка стоит как отложенная. Вот на нее тоже я все время смотрю, на этот цвет, и думаю, а не взять ли мне такой же. А вот, кстати, еще один такой фаленопсис, и даже со свежим цветочком. Ну, на этот раз, к сожалению, тоже нет биглипов. Ну, а может быть, он и был. Может быть, их просто уже забрали к моему приходу. Уценочки стоят в разном состоянии. Вот эти фаленопсисы, вот с двумя цветоносами, они стоят 650 рублей. С одним цветоносом они стоят 550 рублей. Стоят и крашеные, и вот крашеные и
те, что они привозят, как бы сортовые, ну не как бы, а они все, в принципе, с названиями, но те, которые у них идут прям как сортовые, они стоят 1250 рублей. Очень много и других цветов, самых разных. Здесь позади еще один есть вот такого цвета. Вот этот фаленопсис, он, конечно, самый обычный розовый, но он настолько прекрасный, настолько притягивает взгляд. И здесь, кстати, вот еще отложены фаленопсисы. Мое внимание привлекли вот этот фаленопсис, желтенький, желтый с бордовым крапом, очень красивый. И вот рядышком еще один нежнейший расцветки фаленопсис. Кстати, вот такой бы я бы взяла себе. Очень красивый фаленопсис. Красота. И здесь вот эта нежность стоит очаровательная. Ну, видимо, я так думаю, что сегодня я уеду без покупки. Поэтому ничего вам не показываю, что я купила. Тот зелененький я вряд ли возьму. Зеленовато-желтенький, хоть он мне и нравится. Но все равно. Все-таки и желтеньких уже есть. Ну, конечно, кустик хороший. Очень хороший кустик. Ну вот, что-то я не решаюсь. Так, сейчас пойду посмотрю, что еще отложено, загляну. Я как разведчик работаю, заглядываю в чужие коробки. Ну, здесь большие стоят, высокие фаленопсисы. Вот, красивый. Вот на этот фаленопсис я в прошлый раз заглядывалась, тоже засматривалась. Красивый очень. Ой, какая тут прелесть стоит. Какое тут маленькое чудо желтенькое стоит. Тоже на желтом фоне бордовый краб. Очень красивый. Это стоит Минечка, Мидечка. И, кстати, вот тут вот еще одна интересная очень. Сейчас покажу вам. Тут бутончик немножко скрывает цветочек, но расцветка видна. Вот, впервые вижу такой вот фаленопсис очаровательный. Чудо. А вот еще такой, который мне понравился. Вот. Ну, буду с вами прощаться на сегодня. Спасибо всем, кто заглянул на мой канал. Вот так вот все тут откладывают покупателям, оптовикам. Спасибо вам всем за ваше внимание. Это с прошлого завоза стоят. Ну и всем пока. Всем до новых встреч.